71% дорог Барнаула соответствует норме. Как сказали в мэрии, этот процент с каждым годом все выше. За 4 года на новый асфальт и прочее дорожное обрамление потратили больше 4 миллиардов рублей. В этом году добавят еще почти 2%, в следующем еще так победим. Целевой показатель, который перед нами стоит на сегодняшний день, это достижение дорожной сети в нормативе не менее 85% к 2024 году. В этом году в планах отремонтировать 23 участка дорожной сети. Продолжают строить дорогу по Северному Волосихинскому, реконструировать мост через Барнаулку по улице Челюскинцев, улицу Парфенова. Итого в этом году потратят 907 миллионов. Чтобы деньги не ушли в землю, коммунальщики хотят синхронизировать работу с дорожниками. В этом году у нас три объекта пересекаются с объектами, на которых будут восстанавливать асфальтовое покрытие. Основной упор при планировании своих работ мы сделали на метод прокладки трубопроводов горизонтально направленным бурением, для того, чтобы опять же минимизировать работы по вскрытию асфальтового покрытия, по нарушению газонных частей. А вот теплосетевая компания планирует в этом сезоне проложить 5 магистральных теплосетей, почти 9 километров внутриквартальных и еще 15 отремонтировать. На это и еще многие виды работ планируют вложить 1 миллиард 300 миллионов рублей, а испытания планируют оптимизировать. Если мы в прошлый год проводили испытания, и они проводились 3 недели, то в этом году мы планируем по контуру ТЭС-3 испытания провести за 14 дней. То есть на неделю у нас потребители будут отключены от горячего водоснабжения на целую неделю меньше, чем в предыдущие периоды. И также перекладывать трубы горячего водоснабжения в БТСК хотят перед дорожным ремонтом, чтобы без казусов. Кстати, теперь компания получила больше денег на исправление дорог после ремонта теплосетей. В этом году это 85 миллионов рублей. Андрей Дриер, Николай Шилко, «День с толком».